Меня зовут Татьяна Коршунова. Я приехала из Вятки. Нынче это город Киров. Приехала по проекту «Русская Атлантида», например. Сейчас мы пишем в городочке Поречье, Рыбное, где находится самая большая колокольня. У нее высота 88 метров. Вообще возможность писать для художника – это такое счастье летом, когда ты набираешься эмоций, впечатлений для того, чтобы творить и писать дальше. Я думаю, что вот это удивительная возможность и путешествовать, знакомиться с новыми местами, знакомиться с новыми людьми, художниками. Это настолько здорово, интересно и обогащает тебя. И, может быть, даже с каждой поездкой ты меняешься. И меняешься настолько, что это видно даже по работам. Поэтому хочется работать, работать, ездить, ездить, путешествовать и продолжать. Прости, главное, над самим собой.